Итак, мы заходим в конюшню. Закрывать двери. Вот мчится тройка почтовая. Так, это самое ценное, что есть во всем нашем заводе, это наши мальчики. Орловские графы, да? Орловские жеребцы-производители, это заводская конюшня. Наши мальчики. Наши мальчики. Вот, ну этот у нас так, пробником подрабатывает, то есть не совсем производитель. Вот самая знаменитая лошадь наша, 111 побед на центральном московском ипподроме. Это вот единственная лошадь сейчас в заводе из прошлого столетия, из прошлого тысячелетия, 98-го года рождения. Где? Попрек. Вот это? Да. 111 побед. 98-го года рождения? Да, да. Как мой сын? 23. Это твой сын. Здравствуй, здравствуй. У него уже очень много сотрудничества. Здравствуй. Он просто привык к экскурсиям, то есть надо же привлечь к себе. Здравствуй, здравствуй, да. Что ты говоришь там? Что ты говоришь? Ничего. Да что ты говоришь? И так вся жизнь у тебя? Да? Вот юные корреспонденты. Черный. Тяжеловес. Ну, как бы он не совсем русский, он там в третьем поколении советский. Ну, он совершенно добродушный, к нему можно подойти. А можно даже вот погладить вот этих лошадей? Вот этот добродушный. Ну, да, примерно. А разные породы? Это русский тяжеловозный жеребец. Вот сними тяжеловоза вообще. Русский тяжеловозный жеребец. Это вот который... Зверобой. Как называлось? Вот это мощь. Это вот спросите, она... Вот Ольга вам подтвердит. Привет, привет. Или опровергнет. Привет, да, здравствуй. Чуги нет, они гораздо проще, это здравствуй, нет. Здравствуй, здравствуй. Ну да, да, это не чуги, да. Если со спичкой, то, конечно. С ним можно рядом сфотографировать. Это наша начинающая звезда, у него только первая сейчас годовалое потомство. Назван, конечно, в честь великих предков, но что-то мне продал. Можно тоже погладить? Ну, его можно, да. Он хочет, чтобы его погладить. Страшно. А здесь этот Тарзан, да? О, это очень Тарзан.